приветствую всех любителей рыбалки. Катаясь по Норвежскому морю, на эхолоте обнаружил большое скопление рыбы в квадрате I-3. Решил обловить это место, и не зря. Эхолот делает свою работу. Рыбы здесь действительно оказалось много, и трофейные тоже. Так что если вы увидите на эхолоте большое скопление рыбы, не поленитесь обловить это место. На данной локации ловил 3 часа. Приятного просмотра. Ну что, давайте подведем итоги трехчасовой рыбалки. Пожалуй, 3 трофея за 3 часа мне еще никогда не заходило. Начали с этой трески. Зашла на белый октопус. Мерлуза темно-синий октопус. Зубатка пятнистая.
Точнее, полосатая на белый октопус. Акула сельдевая маленькая на белый октопус. Зубатка полосатая флюореспик тысячный. Мерлуза 3 килограмма, темно-синий октопус. Миньки тоже там иногда заходят. 8 килограмм на белый октопус. Палак трофейный на белый октопус. И сразу кальмар зашел, трофейный на флюореспик. Пикши на 7 килограмм зеленый октопус. Золотистый окунь белый октопус. Из интересного у нас сайда 10 килограмм на бело-красный перчик. Трескат 12 килограмм флюореспик тысячный. Акула хорошая на 27 килограмм темно-синий октопус. Две зубатки подряд зашли на темно-синий октопус и на белый октопус. Сайда хорошая на 16 килограмм темно-синий октопус. Треска 10 килограмм темно-синий октопус. Пятнистая зубатка также на темно-синий октопус. Треска на 13 килограмм уже на белый октопус, это который с ушками. Зубатка на 6 килограмм темно-синий октопус. Треска 13 килограмм флюореспик тысячный. Окунь морской норвежский белый октопус. Ну и зубатка полосатая на темно-синий октопус трофейная. Пойдемте на рынок, посмотрим, что вышло по монетам. Ну что, вот мы на рынке. Давайте посмотрим, сколько вышло за 3 часа. Начали вот с этой трески. За 3 часа вышло 2500. Хороший результат. Трофейная зубатка стоит 488. Окунь золотистый 100 монет. Акула сельдевая 230 монет на 27 килограмм. Кальмар на 273 монеты вышел. И палак вышел на 389 монет. Ну а на этом все, ребят. Исследуйте новые локации. Игра будет вас обязательно вознаграждать. Всем удачи, всем трофеев.